Вот приехал человек с вмятиной. Решил сам попробовать вытянуть вмятину. Подожди, сейчас посмотрим. Снимем ее. Вот, от велосипеда, да? Да. Ну, от велосипеда мы уже делали тоже вмятинка. Ну, давай. Вот так там оставлять где-то, надавливать, да, Вадим? Ну, аккуратненько, да. Все говорят, что вакуумом делается прям отлично. Сейчас посмотрим. Поищи, да? Ну да. Ух ты, не получилось. Ну еще раз. Аккуратно, аккуратно, ага. Ну как, ушла? Нет. Нет? Ну еще пробуй. Надо ж аккуратненько. Ну как, меньше стало, не? От ёлки-палки. А что ж делать? Пускай этим займутся профессионалы. Понятно, ну вот и займемся. Вот она наша вмятинка. Небольшая и не маленькая. Вот как-то так она выглядит. Вот. Ну что делать? Оставим так. Мы еще на свету увидим. Идеально. Я ничего не вижу. Ну, плечук, конечно, небольшой остался, но опять же, это когда знаешь, куда смотреть. Ну да. Вот. Ну, я думаю, вот лучше уже не сделать. Да, но это лучше, чем красить. Да, естественно. Хотя вот я его вот как раз акцентирую. Вот, ну, в общем-то, глаза не бросаются, и хорошо.